нее была приклеена такая бирка. Я даже хочу показать, что вот я специально взяла. Если даже потереть вот этим, оно только больше запачкается. Оно еще больше размазывается. Это важно. И еще очень важно, что вот эти штуки, ими не все можно далеко, не все это можно вытирать. Это вольфрам. Он очень жесткий, все царапает. Вот. Ну, слава богу, что это кто-то знает. Хорошо, если вы захотите им, допустим, вот такую вот плиту, ни в коем случае, я вам не советую, потому что, или, допустим, такую вытяжку, нет. Более того, я хочу сказать, что самая прекрасная посуда, которая имеет на себе золотые украшения, вообще испортится вольфрамовой шарошкой, ни в коем случае нельзя. То есть это идеальный для нее способ чистик. Тут, видите, я даже, по-моему, слова не сказала. Оно все на себя впитало. А вы знаете почему? Потому что ткань поглощает грязь. То есть она